Мама, вечер просто. Полностью поменяли инженерные коммуникации, полностью поменяли подход. Это новое отделение. Да. На базе старого отделения сделали новое отделение, сохранили его профилизацию, сохранили те подходы, те традиции, которые у вас были, и поставили совершенно новое оборудование. Надеемся, что все кременчужане, которые придут к вам для того, чтобы провести профилактические процедуры, будут довольны, что это позитивно повлияет на их здоровье, на качество жизни, и на самом деле надо поддерживать, помогать водолечебнице для того, чтобы она постоянно расширяла спектр услуг, которые предоставляет. Какие у вас вражения? Я попал в рай. Спасибо большое за заботу, за внимание. Особенно спасибо больнице. Вот. Никогда ничего в жизни подобного не ощущал.